Ноябрьск-24 продолжает свою работу, и мы готовы рассказать о главных темах пятницы. За неделю до лета Лабытнанги и Салехард засыпало снегом, сугробы по колено. 100 тысяч за врачебную ошибку жительница Ноябрьска отсудила у городской больницы компенсацию морального вреда. И фанатам вручили награды. Болельщики турнира «Футбол во дворе» участвовали в конкурсе кричалок. На Ямале в пятницу разбушевалась погода. Салехард и Лабытнанги за ночь завалило снегом. Вечером в четверг на оба города обрушилась метель. Дороги замело, движение транспорта практически парализовано. Многие водители в это время уже поменяли резину на машинах на летнюю. Завалило снегом дворы и дороги в Лабытнанги. Горожане сообщают, что высота сугробов практически по пояс. С последствиями снегопада пытаются справиться дорожные службы. Из-за непогоды на переправе между городами были приостановлены движение паромов. Рейсы в аэропорту Салехарда временно задерживались. По данным синоптиков, непогода на Ямале будет властвовать еще как минимум сутки. В МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду, метели и гололедицы. Ведомстве рекомендуют ямальцам не выезжать за пределы городов. А в Ноябрьске сорванное ветром ограждение мусорных баков повредило два автомобиля. Инцидент произошел в 8-м микрорайоне у контейнерной площадки около дома 106 на улице Советской. Лист сайдинга от ограждения сорвало ветром, и он рухнул на припаркованные рядом машины. Автомобили поцарапаны. Сейчас металлические листы с ограждения площадки демонтированы. Управляющие компании, которая обслуживает дома рядом, журналистам Ноябрьск-24 сообщили, что выясняют причины инцидента. Если подтвердится, что лист металла сорвался по вине работников управляющей компании, то она возместит владельцам пострадавших машин весь ущерб. Жительница Ноябрьска выиграла суд против городской больницы. За врачебную ошибку учреждение обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 100 тысяч. По словам адвоката Игоря Скорохода, который представлял интересы пациентки в суде, во время обследования в ЦГБ женщина сдавала ряд анализов, в том числе флюорографию. По результатам обследования ей сообщили, что все в порядке, и отправили домой. О том, что снимки грудной клетки показали воспалительный процесс, женщина узнала только через полгода, когда выяснилось, что туберкулез распространился на второе легкое. К тому моменту пациентка была беременна, и ей пришлось сделать аборт. Конфликт пытались урегулировать до суда, но в больнице до последнего не признавали свою ошибку. Врачи пытались представить таким образом, что накануне, еще в 2016 году, эта же девушка проходила флюорографию в октябре месяце, и якобы врачи, давая заключение 2 марта, руководствовались именно тем снимком флюорографии, который был там, получается, ну если с октября по март, то 7 месяцев назад. В результате того, что с марта по декабрь никаких мер не принимались, не назначено было лечение, все это было тоже также отражено в заключении экспертизы судебной, проведенной уже по нашему ходатайству. И развилось заболевание до двухстороннего, то есть два легких были поражены. На Ямале прокуратура обязала пенсионный фонд компенсировать пенсионерке отдых за границей. Пенсионерка из Салехарда в прошлом году отдыхала в Казахстане, когда вернулась, обратилась в пенсионный фонд за компенсацией стоимости проезда. Однако в получении выплаты женщине отказали. Объяснили это тем, что место отдыха находится за пределами России. Прокуратура это решение опротестовала и взыскала в пользу пенсионерки 21 тысячу рублей. Именно такая сумма была затрачена на проезд. В Ноябрьске осудят женщину, похитившую со счетов ямальцев почти 500 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». Материалы уже направлены в суд. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Предприимчивая дама проживает в Челябинске. За год с октября 2017 по сентябрь 2018 года она похитила у 30 жителей нашего округа почти 500 тысяч рублей. Обвиняемая располагала данными банковских карт ямальцев и переводила с них деньги при помощи банковского онлайн-сервиса. После получения смс-сообщения с кодом владельцу карты женщина тут же перезванивала получателю и представлялась сотрудницей банка. Она сообщала о попытке хищения средств. После того, как владелец карты передавал все данные, полученные в смс-сообщении, счета опустошались. Мисояхнефтегаз получил лицензию на строительство и эксплуатацию хранилища попутного нефтяного газа на западно-мисояхском месторождении. Проект планируется реализовать в 2020 году. Решение закачивать попутный нефтяной газ –
С одного нефтеносного месторождения в газовые пласты соседнего участка является уникальным для нефтедобывающей отрасли. Сейчас ведется строительство компрессорной станции, идет монтаж и укладка первых километров газопровода. На западном Исаякском месторождении построят две кустовые площадки со скважинами для закачки попутного газа. При строительстве объектов планируется использовать основное оборудование только отечественного производства. Выпускники Ноябрьска без происшествий отметили последние школьные звонки. По данным экстренных служб города, никаких нештатных ситуаций не было зарегистрировано. Сейчас у выпускников в самом разгаре подготовка к единым государственным экзаменам. Первый состоится уже в понедельник, 27 мая. Это будет ЕГЭ по литературе и географии. Затем школьники напишут экзамены по русскому языку, математике, истории, химии и обществознанию. Тем временем выпускников, их родителей и даже педагогов просят честно ответить, как они относятся к процедуре проведения единого госэкзамена. Анонимный опрос проводит комиссия Общественной палаты России по развитию образования и науки. В онлайн-анкете всего 4 вопроса. Респондентам предстоит предложить свою альтернативу ЕГЭ, чего не хватает нынешним экзаменам и есть ли у этих экзаменов плюсы. Заполнить анкету можно до 30 июня. Ссылка на нее на сайте городского департамента образования. Нефтяники подвели итоги конкурса среди болельщиков турнира «Футбол во дворе». Масштабный спортивный праздник в рамках программы «Родные города» на протяжении нескольких месяцев проводила компания «Газпромнефть». Участие в состязаниях приняла 81 команда, это более 1000 ребят. С самого начала отборочных игр для фанатов состязаний проходила викторина. Она включала в себя вопросы, которые касались истории футбола, фактов из жизни известных футболистов и техники игры. В каждом из этапов, а всего их было 7, случайным образом определили победителей. В итоге 20 человек получили подарки от компании «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаз». Конкурс этот болельщиков, он традиционный, как, собственно, и наш турнир. Мы его проводим уже последние 5 лет, и, соответственно, конечно, он очень живой отклик находит. Активное участие принимают как родители спортсменов, которые непосредственно играют в футбол во время, в рамках турнира «Футбол во дворе», и болельщики, фанаты, просто любители футбола. А со стартом финальных игр был объявлен дополнительный конкурс. Конкурс кричалок среди болельщиков. Свои кричалки фанаты присылали в официальную группу турнира ВКонтакте, где победители также определены были методом случайных чисел. Участники, занявшие призовые места, получили фирменные подарки от футбольного клуба «Зенит». А победителю вручили главный приз – мяч с автографами игроков команды. Я доволен, мне конкурс понравился. Не ожидал, что я выиграю, конечно, но это, ну, думаю, повезло. Я болею за клуб «Зенит», и мне очень нравится подарок. Настоящий театральный марафон ждет ноябрьцев в следующие выходные. В День защиты детей состоится традиционный праздничный фестиваль «Ноябрьск. Родной город». Его проводит в рамках программы «Инвестиции. Родные города» компания «Газпромнефть». В этом году фестиваль посвящен объявленному в России году театра. Ноябрьск заполнят актеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени и Ханты-Мансийска. Всего за несколько дней зрители смогут посмотреть 13 постановок. Они пройдут сразу на 6 городских площадках в разных форматах. Теневой, уличный, хореографический, кукольный. Билеты на спектакли разыграют в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Звездной гостьей станет актриса Алиса Гребенщикова. Она сыграет в моноспектакле «Капель». Помимо постановок, всех желающих ждут на мастер-классах, где обучат основам актерского мастерства. Занятия будут проходить 3 дня. Мы постарались расширить границы нашего фестиваля, театрального фестиваля. И он параллельно пройдет вместе с Ноябрьском и в городе Муравленко. То есть у нас во многом будут программы совпадать, поэтому никто ничего не пропустит. Но, тем не менее, я думаю, что это будет полезно и жителям Ноябрьска, и жителям Муравленко. Окружная служба ветеринарии выявила случай заболевания саркоцитозом у водоплавающей дичи. Заразиться человек может при употреблении плохо обработанного мяса птицы. Инфекцию птицы можно определить только если заглянуть под кожу. Внешние паразиты похожи на зерна риса. Заболевание может протекать у человека бессимптомно. И только спустя несколько месяцев велика вероятность полного поражения нервной системы. Это может привести к остановке сердца или тромбозу. Памятку для охотников специалисты уже разработали. Ее можно найти на сайте окружной службы ветеринарии. Напомню, сезон охоты на водоплавающую дичь начался у ноябрьцев 18 мая. Еще больше новостей на сайте телеканала «Ноябрьск-24» и в официальных группах в социальных сетях.